чуть меньше 3 минут, то мы с вами катаемся чуть больше 5 часов от начала до конца короткой программы. И сейчас у нас следующим, после Михаила Бжезина, выходит чемпион Франции Кевин Эймос. Очень интересный спортсмен. У него очень необычные современные программы. Сейчас увидите, о чем я говорю. Да, и он реально по результатам сезона лучший французский одиночник. Он это еще на этапе гран-при продемонстрировал. Начал так неплохо. 7-го места он в Канаде на Skate Canada. А вот потом в Гренобле он был 5-м. Вот смотрите. А? Очень стабилен, знаете, по этому сезону. Четверной тулуп у него засчитан. Каскад, хорошо. Обидная ошибка, степ-аут. Сейчас попадет этот аксель в минусовую зону. Какое интересное вращение. Круто же, да? Круто, круто. Я обещал. Прочитайте рэп коньками, это круто. Не только коньками. Это эта энергетика исходила полностью от него. И это очень здорово, когда тебе хочется самому встать и